Итак, всем привет, я снова в зале, как обычно. Как вы видите, зал теперь у меня новый, но в старый я буду тоже иногда ходить. Мы переехали в другую квартиру, и здесь, по счастливой случайности, есть зал. А так как суббота, воскресенье в Турции никуда на улицу выходить вообще нельзя, так что, чтобы время не тратить, я буду заниматься также в этом зале тоже. Так как я болел примерно 2-3 недели, буду сейчас понемногу вкатываться обратно в тренировку, и сегодня у меня будет такая простая тренировка, я побегаю на дорожке минут 10, потом скакалка 3 по 3 минуты, бой с тенью 3 по 3 минуты, все как обычно. Кстати, в этом зале есть гантельки по килограмму, это очень круто. Потому что многие советовали, конечно, полкило, но тут есть хотя бы килограммовые. И дальше я где-то сделаю 5-6 кругов на физуху и посмотрю, в каком я сейчас состоянии. Тогда не буду тратить время, потому что садится батарея. Поехали! Тут как-то свет получше выглядит. Итак, после разминки я уже очень сильно сдох, потому что все-таки 2,5 недели кашля дали себе знать. Дышать довольно-таки тяжело, так что навряд ли я буду делать все по 3 раунда. Я сделаю 2 раунда скакалку по 3 минуты и 2 раунда бой с тенью по 3 минуты, потому что дышать очень тяжело. И тогда потом, надеюсь, сделаю 5 своих упражнений по 3 круга. Но, скорее всего, все-таки сделаю 2, чтобы первая тренировка была настолько сложной. Хорошо, тогда поехали. Итак, со скакалкой закончил. Пришлось останавливаться несколько раз по ходу каждого из раундов. Потому что делать совсем тяжело. Хорошо, перехожу тогда к бою с тенью. 2 раунда по 3 минутки. Надеюсь, там я и не останусь. Хорошо, поехали. Ну что, что в целом могу сказать? Ничего хорошего. Оказалось, все немного хуже, чем я ожидал, потому что останавливался я регулярно, дышать было совсем тяжело. Ну что делать, буду дальше работать. Надеюсь, что болеть больше не буду в ближайшее время. Так что где-то неделька-полторы у меня есть восстановиться, и тогда уже спишемся с тренером и начнем заниматься. По поводу спаррингов, групповых тренировок, я не знаю, когда они начнутся, потому что в Турции карантин, и тут, в принципе, все закрыто. Все, что тут тренера могут предложить, это индивидуальные тренировки. Лапы и что-то там еще, я не знаю, что они могут предложить, но точно не спарринги. Так что от меня все зависит. Я бы сам с радостью поспарринговал, правда, через какое-то время. Ладно, перехожу тогда к основной части. Сделаю, не знаю, 2 круга, 5 упражнений.
Итак, в принципе, два круга я закончил, делал по 30 секунд каждое упражнение. Гантельки первые были такие фиолетовые по килограмму, а когда я делал приседания, не знаю, с выпрямлением рук, это были гантели по 5 кило. В принципе, делать было все равно очень-очень тяжело, я очень рад, что я все это сделал. Сейчас тогда перехожу к прессу, сделаю также два упражнения, по 3 подхода на пресс, и потом растяжка, мост, и можно идти домой мыться. Итак, хорошо, тренировочку я тогда на этом заканчиваю. В принципе, для меня она на данный момент показалась совсем нелегкой, хотя еще месяц назад она была бы для меня довольно-таки простенькой. Но ничего, думаю, за недельку-полторы я вкачусь назад, смогу нормально продышаться, и тогда уже буду нормально заниматься. Тогда осталось потянуться. Тогда всем спасибо, кто смотрел. Всегда ценю все ваши советы и всегда пытаюсь их применить и проанализировать. Тогда хорошо, на этом заканчиваю. Всем спасибо и пока. До скорой встречи.